Давно прошло время, когда рестораны были местом только для приема пищи. Сегодня посещение ресторана – это мероприятие социальное, познавательное и развлекательное. В Алматы открылся новый ресторан вьетнамской кухни «Вьеткафе». Сегодня рестораны нашего города выполняют скорее не функцию общепита, а место, куда приходишь показать себя и посмотреть на других. Давайте посмотрим, чем же сегодня нас удивит открытие этого ресторана. Вьеткафе Алматы – 15-й ресторан российской сети вьетнамской кухни. Открытие стало настоящей экскурсией по культуре Вьетнама, где гостям рассказали легенду о создании страны. А главный маркетолог сети поделилась тем, что же общего у Вьеткафе и алматинских посетителей. Почему Вьеткафе очень похоже на Казахстан? Потому что есть такое сочетание Европы и Азии, так как все-таки мы получили вдохновение из Вьетнама, но при этом сеть мы основали в России. Развлекательной частью открытия стал мастер-класс бренд-шеф-повара. Гости нашли идею познавательной. Мастер-классы, они тоже традиции свои показывали. Чан Маньхуньк рассказал, как готовить знаменитые блинчики немы, символ вьетнамской кухни. Черный гриб, и важное. Вьетнамская кухня имеет свои особенности. Некоторые блюда были адаптированы специально для казахстанских посетителей. Например, свинину в блюдах заменили бараниной. Следующим этапом стала дегустация. Гости поделились впечатлениями и, кажется, остались довольны. Здесь вот несколько видов блинчиков, здесь баранина, а здесь еще вот какие-то листья, которые, оказывается, обладают лечебными свойствами. Специи, при этом все так достаточно тонкое и, самое главное, легкое. Кухня понравилась, открытие прошло успешно, организаторы довольны, а главное, довольны гости. Даша Стрекозова, Вьеткафе, Алматы.